Всем привет! Сегодня будем готовить печень по-строгановски. Это блюдо очень просто и быстро готовится и прекрасно сочетается с любым гарниром. Для приготовления этого рецепта я купила 600 грамм говяжьей печени. Также можно использовать свиную, баранью печень, ну, кто какую любит. Потом нужно 250 грамм лука, я уже его порезала. 1,5 столовых ложки муки, перчик черный молотый, соль по вкусу, 200 грамм сметаны. Сметана у меня 15%, а также для жарки я буду использовать растительное масло. В начале с печени нужно снять пленку. Для этого я насыпаю соль сверху густо, натираю вот так вот руками. С другой стороны делаем то же самое. Теперь аккуратно начинаем снимать пленочку. Пленочка снимается хорошо. Пальчиками вот так вот придерживаем и снимаем. После того, как я сняла пленку, печень я помыла под проточной водой и обсушила бумажными полотенцами. Теперь печенку нужно нарезать вот на такие тоненькие пластиночки. Теперь каждую пластинку будем резать на тоненькие брусочки. Печень готовится очень быстро, поэтому солим ее в самом начале. Перчим. Переворачиваем на другую сторону и делаем то же самое. Перекладываем теперь все в тарелочку. Посыпаем печень мукой и перемешиваем. Хорошо разогретую сковородку выливаем несколько ложек растительного масла, прогреваем его хорошенько и высыпаем лук. Лучок нужно перемешивать, следить, чтобы он не подгорел. Лук скоро начнет золотиться, пора перекладывать печенку.
хорошенько перемешиваем и обжариваем на большом огне. Когда печень и лук уже обжарились, добавляем сюда сметану. Перемешиваем, даем снова закипеть. Нужно попробовать соус на вкус и досолить. Тушим наше блюдо 5 минут. Долго тушить не нужно, иначе печенка будет резиновой. В самом конце нужно добавить лавровый лист. Протушить еще одну минутку и выключить. Обжарки я накрываю крышкой, тушу еще одну минутку и выключаю огонь. Кому понравился рецепт, готовьте вместе со мной. Ставьте лайки, пишите комментарии, задавайте вопросы, подписывайтесь на мой канал. Приятного всем аппетита! До встречи на новом видео!